Артик? Чао. Как дела? Нормально. Что ты делаешь? А, смотрю телевизор. Я тоже по чату смс увидел, сразу тебя нарешил написать, позвонить. А, окей. Классно. Да. Может быть, приедешь? Сейчас? А когда еще? А ты пассивный или активный? Я активный. А, классно. А ты и в рот даешь, и в попку тоже можешь? Да. В любое время ты работаешь, чем занимаешься? Я работаю, да. Ты высокий? Высокий. А у тебя большой писа? Большой. Ну сколько? 19. Да. А ты спортивный, да, или нет? Да, я ростом 1,87 м. И вес у меня 77. А у тебя парень есть любимый? Нету. Ты свободный, то есть, да? Да. Ну, в принципе, могли бы как бы с тобой, ну, парой быть. А если все будет окей, то да. А как ты смотришь, окей или не окей? Ну, если мы понравимся друг другу. Ну, если... ну, нормальная такая попа, не знаю даже. Ну, я думаю, что возможно, да. С удовольствием. А мне больно не будет? Я это, ну, делаю осторожно, ну. А ты опытный, да, уже? Ну, опытный, неопытный. Но я не хочу, чтобы второму было, ну, скажем, неприятно. То есть все классно будет у нас? Да. Супер. У меня только два раза просто было, я не знаю. Ну и тебе понравилось, когда было два раза? Ну классно, да, я балдел. А, ну и все. Могу обещать, что со мной будет так же. Прикольно, да? Сколько тебе лет? Мне? Да. 2,5. Ну приезжай, как тебя звать? Меня? Да. Володя. Я Андрис. Очень приятно. А как... Ну что, ну? А какой у тебя диаметр писи? Диаметр где-то 3 сантиметра. Большой, в принципе. Ну, так, нормальный, да. Это как-то страшно мне даже, я не знаю. Нет, я тебе могу обещать, что все будет... я делаю и осторожно. Но мне нравится, что второму было хорошо, понимаешь? Ну, просто мне друг рассказывал, ему тоже, как бы, ну, парень трахал и попу порвал. Нет, нет, ну ты что, ну это в любом случае не будет. Ну, друзья не врут, я не знаю. Я говорю, что так не будет. Там и кровь была, и вообще все так больно. Володя, так не будет. Во-первых, я умею масло всякое. Во-вторых, ну, я еще раз говорю, мне это не нравится. Мне нравится, что второй, ну... Ну, это... тоже кайф был. Я не от этого хорошо. Я хотел, чтобы я балдел, надо мне. Да. Это... и от этого я балдею, когда ты балдеешь, или понимаешь? Балдеть, я могу покричать еще, когда ты будешь меня пялить. Ну, окей. Вот. Ну, когда мы тогда можем? На неделе, может. На этот номер тебе можно звонить, да? Да. А что ты, приезжай сейчас. Ну, мама не могу не пускать. Ну как это не пускает? Мама не пускает. Да. Ну придумай что-нибудь. Приезжай на такси, я за такси заплачу. Сейчас погоди. Мама! Она моя заболела! Не, ругай тебя, нельзя. А что ты ей спрашивал? А? Мальчик, а что ты? Фишки поеду в гости. Меня пускают друзья всегда. А ну скажи, что ты поедешь к Мишке. К Мишке? Да. К другу, типа? Да. А мы к Мишке поеду! Нельзя, мычит. Она уже спит, как бы, это правильно. Ну ясно, ну тогда звони на неделю, да? Да. Сможем, да, почпокаться тогда с тобой, это нормально все. Ну, конечно. Ну, хорошо. Ну, давай, Буська тебе, до встречи. Давай, чао. Буська, а? Буська тебе, Буська. Бусь. Давай, чао.